14 и 15 апреля в Белоглинском доме культуры состоялся первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Специалисты Белоглинского центра занятости населения подготовили удобную площадку для работодателей и соискателей. Вакансии представили крупные и малые организации и учреждения Белоглинского района. Также на мероприятие прибыли представители предприятий соседних регионов. Всего 11 предприятий промышленности и сельского хозяйства представили соискателям порядка 24 вакансий. Основная цель ярмарки – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании будущей профессиональной карьеры. Основная цель нашего мероприятия – объединить тех, кто хочет найти работу, и тех, кто ее предлагает. Постарались сделать так, чтобы все вы сегодня чувствовали себя комфортно, все сегодня нашли свое любимое дело. Для участников это уникальная возможность пообщаться не с одним работодателем, а сразу с несколькими работодателями и найти работу для себя не только в нашем районе, не только даже в нашем регионе, но и далеко за его пределами. И, конечно, на ярмарке на этой будут представлены не только вакансии, но и все виды современной занятости. То есть сегодня вы сможете понять, как возможно для себя пройти какое-то переобучение, как повысить свои профессиональные компетенции. Ну и самое главное, вы сможете узнать, какую поддержку на сегодня оказывает государство для тех, кто хочет открыть свое дело. На ярмарке трудоустройства были представлены 9 площадок для личного общения работодателей и соискателей, для образовательных учреждений, профориентации, карьерного консультирования, консультации психолога, консультационная площадка по вопросам социального и пенсионного обеспечения, для открытого отбора на предприятия оборонно-промышленного комплекса, площадка для граждан, желающих служить в вооруженных силах Российской Федерации по контракту и многое другое. На этой ярмарке организовано 9 площадок. Это площадка образовательных учреждений, площадка работодателей и соискателей. Также мы пригласили социальных партнеров, консультантов, которые могут проконсультировать по вопросам социального и пенсионного обеспечения, по вопросам трудового законодательства. Еще мы, значит, пригласили военкомат, у нас присутствует. Граждане, которые желают поучаствовать в специальной военной операции, могут заключить контракт, узнать об условиях контракта этого, а также предоставлены вакансии на оборонно-промышленные предприятия. Наряду с вакансиями на ярмарке представили возможности современной службы занятости, которые модернизируются по национальному проекту «Демография». Посетители приняли участие в мастер-классах, прошли диагностику профессиональных склонностей, пообщались с экспертами в области организации собственного дела и многое другое. Резюме – это не сочинение. Прежде чем к нему подготовиться, вы должны изучить рынок, да? Рынок тех профессий, на которые вы собираетесь трудоустраиваться. Соискателям рассказали о том, как повысить свои компетенции, как пройти переобучение по востребованной профессии. На ярмарке также работали карьерные консультанты, которые помогали соискателям подобрать нужные вакансии. Кроме того, участники ярмарки узнали о поддержке со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. 14 апреля ярмарку трудоустройства посетило 450 человек.